Я теперь стал верить, ну, не в Бога, я так переделаться быстро не могу, а в то, что выше закона может быть любовь, выше права милость, выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня. Нас призывали великие предки: не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным, потому что свобода, а свобода — это значит, делай хочешь и живи. Что хочешь, и тем, кто так хочет жить, не хочется задуматься, что свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца, страшная штука.